Приветствую всех, с вами Нидерамос, мы продолжаем играть в Террарию. Все еще версия 1.3.4.4. Недавно вот вышла новая версия 1.3.5. Ну и соответственно 1.3.5.1 и так далее. Может еще выйдут, кто знает. Но пока что загрузчик модов не обновился, но хотя бы пофиксили проблему, что он не запускался после обновления Террарии. Так что ждем, когда он обновится. Пока что пойдем в сторону океана. А поскольку мне нужно в океане кое-что интересное заполучить. Так, интересно, кстати, говоря. Ну ладно, в общем, давайте я за кадром добегу до океана. Я рассказал, куда я иду. Зачем я туда иду, в принципе, не настолько сложно догадаться. Ну, все-таки скажу, что мне нужно, во-первых, я хочу вот этот вот подземный биом исследовать, подводный точнее. Во-вторых, мне нужны вот эти кораллы все, всякие. Так что поводов несколько. Увидимся, когда я буду там. И вот я здесь. Так, всякие вот эти штуки все собираем. Ракушки, кораллы и прочие штуки. Потому что они очень пригодятся. Возможно. Пока что... Да ладно, заберу. Вместе с сундуком. Я нашел нормальный вход в эту подземную штуку. Ставлю баночку. Могу убегели сварить. Но меня интересуют вот эти штуки. Три зелья жабр. Я теперь жаброзавром могу стать. Так, мне бы каких-то блоков обычных. Я чуть не озаботился. Так вот, я добыл все деревья, которые там были. 310 деревяшек вышло. Так, погоди. Сейчас вот эту махогани соберем. Спустим ее на... эту на плитку и пластину. Куда нафиг? Будем сделать туда спуск в этот, в это подземелье. Так, ага, надо даже не тот с этой стороны находиться. Ладно тебе. Но не тормозит персонажик кусок. Так, так медленно-медленно падаем в воду. Благо, дышать под водой мы теперь можем. На 2 минуты. Ну, по факту на 6 минут, потому что у меня 3 зелья. Вообще хотелось бы выбить, конечно, предмет, который позволит дышать под водой сколько нужно. Так вот с этой высоты сделаем такой туннельчик. Веселуха-то какая. Сейчас будем в этом туннеле воду сливать. Здесь собираюсь так основательно тут основаться. Но для того, чтобы основательно оставаться, нужно основательно подготовиться к тому, чтобы основательно основаться. Блять, несу, согласен.
Так, я, в общем, прокопал тут дырку. И вообще не понял, почему вода никуда вообще не слилась. Это очень странно. Оно так не должно работать. Что, в принципе... И вот так вот... Собираюсь... Здесь сделать небольшую комнатку. Здесь уже, как видно, биом готовится начинаться. Отлично, здесь действительно воздух. То есть я могу сделать комнату здесь, которая позволит мне здесь существовать. Заодно добуду все материалы. Давай-ка сразу стенку построим. Незатапливаемую. А тут уже начинается этот адский биом. Ну, почему адский? Да все просто. Потому что он очень... Воздух в нем отравлен. Вот. А нет, это не то. В общем, когда я нахожусь в этом биоме, я должен терять здоровье. Если нахожусь в воздухе. Странно. Почему у меня вода не уходит нифига? Честно, мне это как-то даже не очень нравится. Она должна уходить. Странно. Работает это безобразие. Погоди. Можно немножко будет расширить себе комнатку. Так, вот здесь вот я такую комнатку сделал. Я периодически ухожу за кадр чисто из-за того, что у меня по непонятной причине FPS чуть проседает. Получается очень долго. Скинем пока сюда всякого барахла, который я с какого-то хрена не скинул дома. Вот в этот биом, вот в этот мод мы с вами чуть позже пойдем, он у меня там недалеко, в моем гранитном месторождении находится. Так-с. В принципе... Ничто не мешает вот здесь вот продолбиться, сделать проходик такой небольшой. Так, это ты где? Так, пип нафиг не нужен. А, ну да. Падают, не хотят находиться. Зидиси. Так, пока что так сделаем. Здесь сделаю такую крышечку, чтобы я вот здесь мог стоять нормально. Что когда я в воде, монстры на меня реагируют, они ведут в мою сторону. Вот даже если я вот так стою. Стоит мне выйти из воды, все, им на меня плевать. Так, слышь, и... О, какая штука. А, морская этот... Звездочка ниндзя. Ну да, в воду он тушится, поэтому логично, что в воде его использовать нельзя и бесполезно.
Тебе бьет. Ну, козел маленький. Так, ставим столбик. Какая же это красота, эта штучка, которая медленно-медленно, но все-таки лечит меня. О, осьминог какой-то ползет. Так, дверь. Ну, для двери нужен, конечно, верстак, понятное дело. Ага. Парочку дверей. Жаль, я кровать сделать не могу. Что здесь я наверняка смогу поумирать, чтобы мне не хотелось бы. Ну. Какая игре разница, чего мне хотелось бы, а чего нет. Кто там? Медузы, что ли? Меня жалят. Дай-ка я зайду сюда. Да, мы на самом деле получаем урон небольшой. Вот этого яда. Но регенерация нас спасает. Ну, в принципе, можно здесь даже чисто в воздухе дышать в этом биоме, несмотря на этот... на его отравленность. Так, дверь. Ставим дверь. Почему вода не ушла, я не понимаю. Видите, сколько воды там сливало, я всего ушло от столечка. Маленечко воды. Что-то не кажется, что это сильно куда-то годится. Фига себе. Кого эта штука там насилует? Интересно. Ох, сколько здесь всякого. Барахлишки. Жемчуг. На локову надо. Дай-ка я пока выпью. Офигеть, сколько жемчужинов. Так, это я собираю вот эти все штучки. Ой, песочек. Поставь на место. Я планирую здесь сделать ферму вот этих кораллов и прочего. Они, насколько мне известно, растут сами. Гениально. Лесной дух там, где лесом и не пахнет. Чёртова бесполезная хренотень. РГХ. Я надеюсь, что эта трубка дыхательная выпадет, она сейчас очень полезна была бы. Но нет, игре нужно дать мне бесполезная хренотень. Это что? А это монетки только? Не, нафиг. Уходим, не бьем эту штуку. Пока у нас есть дыхалити, давайте сходим в это в подземелье подводное. Ага, тут закрыто. Ха-ха-ха. Замечательно. На самом деле нет. А, тут каждый этот блок изначально воду содержит. Ну, как это, огненная руда из ада содержит, каждый блок содержит изначально этого. Лаву, так и этот. Так и этот содержит изначально воду в себе.
А, и меня типа песком засыпает, поэтому... Я все просто пытался понять, почему я урон получать начал. Я просто типа вошел в песок, поэтому игра считает, что я типа... застрял в песке. Поэтому надо меня начать убивать. Игра же не может без этого. Сделать форпост пониже. В принципе, я таким темпом очень долго, что в тот раз, когда первый раз с модами играл, что сейчас очень надолго это может занять. Стоп, 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 нахрена, 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 не надо так делать. Сейчас пока что освободим помещение внутри. Потом уже сделаем все, что нужно. В общем, вот так вот у меня получилось. Вот комнатка. Так, давайте, кстати, этот повесим, а то что он там лежит такой. Такая деловая колбаса. И когда я наконец уже смогу попасть в сам биом. Такое ощущение, что не так скоро. Так, а вот эту руду я могу добыть? Да, хватит. Удивительно, прям могу добыть что-то. 45 кораллов, офигеть. Не, знаете, на самом деле, дайте-ка я вернусь домой и сделаю кое-что. Потому что мне категорически не нравится Аргаха. Категорически просто не нравится, что у меня нет ни черта. А именно способности дышать под водой. Так, Plants, 25, только Аргаха. Нужно еще 5 Waterleaf'а. И там еще, как назвал, не вырос. Не выросший ни один. Я просто хочу сделать это зелье для подводного дыхания. Ладно, давайте сейчас, если у меня тут в сундуках не лежит, то сбегаю в пустыньку. Там наверняка валяется, а тут у меня только эти Назары. Ну, комплекты под щитанок будущий. Ладно, я в пустынку, увидимся через пару секунд. Кстати говоря, не успел я только ничего сделать. А, что? Дверь закрылась почему-то. Так, ничего полезного. Ай, нафиг, я вот это хотел взять. Ну, пускай будет, типа. Кольцо не нужно, это не нужно. Это пускай будет. И до полной пачки свою дополним. Козёл ты. Так, отставить панику, у нас есть зелья, ой, зелья эти, штуки необходимые для зелья. Угу. Где оно там? А, я бутылок не взял, да? Ну, я чертово гениальное существо. Заодно, кстати, сразу надо цепочку взять. Зачем мне две цепочки? Мне одна цепочка.
Би-а! Тридцать штучек делаем. И вот такой вот. Зелье. В общем, улучшенное зелье. Для... Ну, окаменевшее зелье дыхание под водой. То есть, когда я его надеваю, я смогу бесконечно дышать под водой. И, кстати говоря, я еще из вот этих штук... А, из вот этих, по-моему, мог сделать... призывалочку какого-то боссинка. Нет. Опа, пустынный медальон. Не, ну, кстати, это тоже вариант. Песочек, антлеон мандибли. Так, может это? Ага, хватик бар. Ага. Сколько акватик баров нужно? 4, отлично. Давайте сделаем 4 акватик бара. Так, как там ты делаешься? Ага, демонический алтарь, Seashell и эта штука. Точнее, вот эта штука, Starfish. Давайте к демоническому алтарю. Так, стоп, погоди, а может та штука тоже на алтаре делается? Нет, это наковальня. Так, песок есть, мандибли и кактус. Два вида мандиблей и кактусы. Так, ладно, кактусы можно таким образом сделать. Момлут. Так, три таких, по-моему. Не, пять на всякий случай возьму, не помню, там три или пять надо. И один Шторм-Леон. Мандибл. И нужна наковальня. Заодно в этой серии тогда двух боссов. Ставим стоп, а какого хрена? Должна же быть, нет? Стоп, я видел, она вот здесь, вот она. Пустынный медальон. Медальон. И крафтим Jellyfish Resonator. Ну и давайте пойдем в сторону туда. Через пустыню, разумеется. В пустыне Рукха призовем этого, или кто он, какого мы там призвать должны. Скинув попутно кучу хлама. Аргаха. Аргаха. Пока не нужно. Пока что эта штука даже не нужна. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Пустынька у нас, по-моему, недалеко находится. Да, вон он, ее уже видно. Немножко с этими модами иногда залипает как-то инвентарь. Что будто я вот так... Держу shift, хотя shift я не держу. Это странно. Что поделаешь? Стоп, две тарелки? Мне кажется, я что-то сломал. Сегментированное существо.
Хрен поймешь его. Так, ну на самом деле, босс, опять же, легкий чисто, потому что он на более ранний этап рассчитан. Что ты мне дал? Нахрена я делал это чертово зелье? Потому что вот эта штучка дает мне подводное дыхание. Гениально. Ну ничего, сделаю себе утилитарное зелье. Универсальное такое. И вот этот талисманчик смогу использовать там. Так, сейчас быстренько добегаем до океана. Убиваем вот эту джеллифиш-резонаторную штуку, которая там штуковина прибежит в панике. И из нее появится еще один непись. Кстати говоря, у меня еще один метеорит выпал. Когда я там в Бладмун прошлый, за которым ходил этого... Вот эти семечки добывать. Вот, собственно, метеорит. По-моему, я его не добывал. Хотя, может, и добывал, хрен меня знает. Я что-то уже подзабыл. Уже достаточно давно. Ну как, несколько дней не играл. Как оно обновился. Там еще до обновления некоторое время не играл. Так что, в принципе, не удивительно, что я туплю. И, кстати, скажу такой небольшой спойлер на будущее. Возможно, никакой гарантии нет. Возможно, я полностью, абсолютно полностью нахрен перееду куда-нибудь. Из-за вот этой... со своего вот этого места. А, исключительно потому, что мне здесь не нравится близость вот этого биома. Ничего против самого биома не имею. Мне больше всего не нравится его смертельная опасность. Так что, если найду какое-нибудь интересное место, куда я могу переселиться, скорее всего, я туда и переселюсь. Однажды. Естественно, это я сделаю за кадром, потому что... Ну, сами понимаете, это очень... Я бы сказал, очень капсом, если бы мог, но я не умею капсом говорить. Это очень надолго. А учитывая, что... У меня... Ну, я не знаю, может, это в принципе так оно должно работать. Либо я что-то неправильно из модов поставил. Ну, вот это, что FPS периодически занижается. Из-за этого, собственно, раза в два дольше будет переезд на камеру. И то, я не знаю, когда это будет. Может, я вообще передумаю. В общем, такой план есть, и, возможно... Однажды вы загрузите очередную серию и не узнаете место, где я буду в новом месте жить. Ага. Ну, а тут уже... Ох, это слизень. Здорово. А, ты меня запутал. Слизень, ты козел. Зеленый гель выпал, из которого можно будет потом еще этого слизня призывать. Боссика. Так, джеллифиш резонатор. Здорово, желе. Ты вообще от кого собираешься? Надо же. Ну да, ее как-то на изи сжирают мои штуки, даже вот без меня, если. Нифига себе ты меня. Кстати, большой урон я получил бы достаточно, если бы от падения. Она меня тентаклями хочет затентаклировать.
Соответственно, вот этот хрен, который сейчас внутри не находится, и будет нашим небесем. Все бьет оно очень больно для босса, который так легко погибает. Плохо, удочка. Хоть, конечно, далеко не максимально возможная, но почему нет? Ладно, в общем, я думаю, он перейдет к нам туда. Ведь я не ждал, что он прям выпадет сюда. Но он выпал. Так, и раз у нас теперь бесконечное дыхание под водой, то, упс, кто его слил? А правда, кто ему вообще мог так быстро слить? Непонятно. Там, а чё у меня хп отнималось? Я не понял. Меня игра пудрит. Дожили. Так, меня интересует, где-то должны быть... сундучки какие-то с уникальным дропом. Так, ты идешь нафиг и жрешь этого козла. Мы прорываемся внутрь. Что светится? А, ну точно, мои же эти палочки, которые с меня летят. Гениально. Так, а если вот этот? Ха-ха. Гениально. Получается, это дает мне не чистую способность дышать под водой, а в каком-то другом виде. И поэтому игра думает, что я дышу воздухом. Кстати, сундук. Ага. В общем-то, это экипируемое существо. Ну, хорошо, экипируемая штука, которая добавляет освещение вокруг. О, кстати, я вот это забыл открыть. Ну ладно, у меня места не особо много. Так, это нафиг. Это нафиг, у меня стату есть, я смогу нафармить. Что еще нафиг? Палки нафиг по той же причине. Что-то еще надо нафиг, что я могу эту штуку подобрать. Еще животные. Пробиваем.
странствующая штуковина ушла. Странствующий козел, я бы сказал. Что никак не может принести то, что нужно. Ну-ка я с собой все-таки заберу. Гель не нужен. В общем-то. Чешуя. С чего серьезно, золотой сундук? Хреном. Хрен тут заспаунился золотой сундук. Естественно, с бесполезным дропом. Аргаха. Ну, вот эта штуковина, которая остановит мне запас кислорода, в экстренном случае не нужно, потому что я не собираюсь терять запас кислорода. Точнее, я даже не могу потерять. Упс, кажется, алтаритом хорошо. Расплющил чутка. Товарищ алтарь. Так, короче. В этот сундук я сейчас кину. Всякого. Это не нужно. Что еще не нужно? Это не нужно. Сюда я скину Spring Water. Дать не нужно. Есть такие вещи, которые могут пригодиться. И не хотелось бы от них полностью избавляться, но пока что точно не нужны. Ну вот здесь тогда пробиваем себе дырочку. О, замечательный еще сундучок. А, опять с такой штукой. Как так? Ну там еще сбоку сундучок такой. Прекрасно. Кстати, мои штуки вот эти хорошо, они просто тут берут и освещают все, что можно. Медуза, мановара. О, это что такое? О, замечательно просто. Увеличивает защиту на 2. Штука-то, в принципе, интересная даже. Но у меня места нет. Что-то столько всякого с собой таскать. Нифига себе, конечно. Эти не нужны. Это что там трясется так? Фига себе, вода трясется. Вау. Так, нет, сюда. Кстати, соберем барахлишко. Здесь как-то темнее стало. В Ладбуне. Хотя я все равно внутри пещеры, так что немножко странно, что Ладбун повлиял на освещенность. Хаммерхед. Нафиг не нужен. Что мне не нужно? Это не нужно. Это не нужно. Эти, в принципе, можно убрать пока. Нет, эти нужны, они падают. Сколько тут хлама ползает.
Ладно вам. Так. Сколько у вас тут? Хватит угорать для меня, ребят. Мне вообще нужно с этим что-то? Не факт. Кто? Это... Штука? Медуза, которая... Медуза. Казалось, там не так глубоко. Следующее помещение. Такое не маленькое. Это подводная область. Мне казалось, она намного меньше будет. Так, Sharptooth Banner. Так, это опасно прям. Вот, конечно, то, что Кримзон совсем рядом сгенерировался, это не очень удачно. Потому что он просто отобрал часть этого биома. Но опять же, если с другой стороны порассуждать, далеко и не факт, что он большую часть биома отобрал. Давайте я проникну туда и вернусь. Так, ничего не ушатало, медуза какая-то бешеная. Отвались от меня. В одном помещении что-то есть? Как, ничего нет? Да ты издеваешься. Ты, должно быть, шутишь надо мной. Не, ну как тут ничего нет? Серьезно, что ли? Так я что-то лабиринт идти еще. Меня уже начал этот маленький котел доставать. Ну ничего, я сам его достану. Да? Маленький козелек. Уи-ха! Что-то есть? Тут тоже ничего. Я, кстати, даже не очень в курсе, есть ли в этих подводных водах что-то, кроме дрессунчиков. То есть, имеет ли смысл тут дальше исследовать, или все уже? По сути. Я не знаю. И давайте на этом моменте мы с вами закончим все-таки данную серию. Возможно, потом еще вернемся в эти... Акватик подводы. Ага, нет, сначала до того сундучка дойдем. Если все-таки не зря я сделал себе вот это зелье. Так, исчезли все нафиг. Сколько баннер-то сразу на выпадало. Баннер этой. Где там еще наверняка баннер, да, пираньевой. Да, сундучок. Нормально. Такая штуковинка. Ну, уже сейчас я благодарю вас за внимание, оставляйте свои комментарии. До новых встреч в следующих сериях.